забрался на дерево между ветками. Ой, чудо какое-то. Как он здесь лежит, непонятно. Котик, я тебя разбудила. Как ты здесь спишь, а? Спал даже. Сейчас вот увидел меня, проснулся. Киса. 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 Киса, красотуля. Дорогие друзья, сегодня я решила сварить суп из шампиньонов. Здесь у меня варится картофель, а здесь на сливочном масле обжаривается репчатый лук. Когда лук немного обжарится, я добавлю шампиньоны, и они будут вкусные и ароматные. А затем уже буду добавлять в кастрюлю, где варится бульон. Итак, вот грибочки у меня почти обжарились. Ой, затуманилось все стекло. Вот так вот, на сливочном масле. Водичка уже вся вытушилась. Ну, шампиньоны, они ведь быстро, их и недолго варятся. Они, их можно и сырым есть. Поэтому вот так вот вода сейчас вытопится. Немножко они тут у меня обжарятся. Самые прям чуть-чуть. И можно будет их уже в кастрюлю соединять с картофелем. Вот картофель здесь варится. И в конце вот я здесь укропчик порезала. Сначала я сделаю суп-пюре блендером. Добавлю, скорее всего, муки. Муку не буду обжаривать, а просто разведу в холодной воде муку. Ложку, поменьше ложки, вот, смотря какой объем у вас будет. И буду добавлять уже в готовый супчик муку, и в конце добавлю укропчик. Итак, вот я уже добавила муку. Супчик я не стала сильно разбивать блендером, чтобы вот немножко такие частички грибов остались. Мне так больше нравится. Вот такой он получился, немножко серенький. Сейчас мука заварится. Муку я вот в стакане разводила просто холодной водой. И помешивая, добавила в кастрюлю. Так, все сейчас закипает. Я добавляю зелень. Можно, конечно, каждому в тарелку добавить зелень, но я делаю это сразу. Вот так. Все размешиваем. Идет такой аромат. И вот супчик закипает, и все, можно выключать. Ну вот, дорогие мои, я сажусь обедать. Налила в тарелочку себе супчик. Вот такой вот он получился. Кусочек хлеба. Всем приятного аппетита, кто сейчас за столом. Спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, с вами была Марина.